кто вас тут бросил? Что же мне с ними делать? Скоро мама с работы придет. Ой, а теперь мне смс-ка пришла. Мы котят забыли. Ребята! Ну где же Настя? Опаздывает аж на 20 минут. Что это? По-моему, это там. Ребята, вы слышали звук? Будто бы мяучит маленький котенок. Это, по-моему, там. Боже, какие маленькие! Кто вас тут бросил? Вокруг никого нету, ни котов, ни людей. Сейчас я что-то придумаю. О! Маленькие, я вас спасу. Вы такие милые, куда же мне вас спрятать? Сидите тут, я открою дверь и приду. Сереж, ну сколько тебя можно ждать? Договаривались же во дворе встретиться. Ну я тебе там 20 минут ждал. Ну мог бы еще подождать. Зачем уходить? Что это за звук? Пошли, покажу. Вот почему я ушел. Какие милашки! Где ты их взял? Там, возле школы, в траве мяукали. Совсем одни. Замерзли, наверное, без мамы. Нужно их согреть. Как? Ты же не кошка. Сейчас покажу тебе лайфхак. А мой уже нашел, как согреться. Уснул у меня на ногах. Нужна другая коробка. Пойду что-то поищу. Вот и грелка для котят готова. А у тебя есть какая-то подстилка? Сейчас что-то принесу. Вот подстилочка муската. Они такие милые. Такие милашки. Как можно было их бросить? Нужно найти их маму. Или хотя бы хозяина. Только как? Они же совсем малыши. Может, ты их себе заберешь? Ты что, у меня уже есть две собаки и кот. Куда я их заберу? Оставь их у себя. У меня уже есть кот. Мускат, ты что, забыла? Мускатик, иди познакомься с новыми друзьями. Нравится? Ты тоже таким был.
Мускатик, чего ты ушел? Давай я тебе одного покажу поближе. О, что-то мускат вражески настроен. Давай, наверное, мускат унесем в другую комнату для безопасности котят. Давай. Муня, не нервничай, пожалуйста. Невежливо с твоей стороны. Это же гости. Да, с моим мускатом они не уживутся. Их и правда девать некуда. И если мама их увидит, то заставит их отнести туда, где я их взял. Они такие хорошенькие. Как их можно было бросить? Вот этот чур будет мой. Вот этот чур будет мой. Это мальчик. Смотри, у него хвостик с полосками. Вот оранжевые. Смотри, Настя, как он у меня лежит. Что-то они слабые какие-то. Невеселые. Может, они есть хотят? А ты их не кормил? Нет, ты сразу после меня пришла. Ну, они еще совсем маленькие для обычной еды. И чем ты предлагаешь их кормить? Я думаю, нужно в магазин сходить. Тут недалеко и зоомагазин. Мама там мускату корм берет. Пошли скорее. Нас не скучали? Смотри, что я тебе купила. Я помою руки и приготовлю смесь. А я пока присмотрю за ними. Смесь готова. Котята, приготовьтесь кушать. Они так проголодались. Они из блюдечка неплохо едят. Можно было и бутылку не покупать. Смотри, мой даже консерву для котят ест. Мой тоже ее ел. Уже наелся. Он пришел к моей. Видимо, не наелся. Вот теперь, мне кажется, они точно наелись. Ну да, и консерва для котят, и молоко. Думаю, они не голодные. Такие милашки, им пора спать. По-моему, они уже заснули. Что же мне с ними делать? Скоро мама с работы придет. Не знаю, мне их так жалко. О, может к моей бабушке в частный дом? Ты что, там их пушок съест. Точно, там же собака. Ребят, поставьте лайк, если вам тоже жалко котят. И напишите в комментариях, куда нам их деть. Сереж, я дома. Блин, котята, она их сейчас увидит. Сереж! Привет, Сереж! Привет, Настя! Привет! Сереж, ты чего не отзываешься? Я же тебя в коридоре звала! Я не слышал! Вы что, музыку слушали? Да, в наушниках. Ладно. Вы кушать будете?
Ребят, а это что такое? А это вообще мое. Насколько я понимаю, это бутылка для кукол. Да, и что? А она играет иногда. В кукол? Насть, ну тебе же 13. Она их просто коллекционирует, да, Насть? Да. Ну, ладно, а это тогда вам зачем? А это мы эксперимент ставили на комнатных растениях. Да, капельное орошение называется. Ладно, вы меня так и не услышали. Вы кушать будете? СМС-ка пришла. Ой, мне такое пишут. Ой, а теперь мне СМС-ка пришла. У вас одинаковый рингтон? Да, мы же друзья. Ой, это снова мне СМС-ка пришла. Ой, мам, мы пойдем, у нас куча дел. Мы котят забыли. Да я помню. Котята сейчас спят. Надеюсь, не начнут мяукать. Насть, давай попробуем их забрать. Стой тут, я сейчас. Твоя мама их не заметила. Такие милашки. Что нам дальше с ними делать? Они выспались. Думаю, теперь будут хорошо играть. Какие-то странные сегодня Сережа с Настей, вы не заметили? Пойду их, наверное, на арбуз позову. А давай придумаем имена. Я свою назову Соней. Ой, ребята, а может вы нам в комментариях напишите, как их назвать? Да. Ой, мам, а мы тут с Настей к школе готовимся. Ребят, вы чего, в кукол играете? Ну да, а что? Ладно, не буду вам мешать, я там арбуз порезала, приходите. Фух, мама их чуть не увидела. Ты вовремя услышал, что она идет. Ребята, мне их так жалко. Что же нам с ними делать? Ребята, поставьте лайк, если вам понравились котята.